Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала. С вами Виктория Снежная, и в этом видео мы с вами вскрываем очень загадочную посылку. А загадочная она тем, что... Это, по идее, коробочка от Литбокса, и это первый проект, который присылает вам книги. Есть коробочки красоты, там Эльбокс, Бьютибокс, там Космобокс, и что только не выходило. А эта коробень, она должна быть с книгами. Вот это настолько какое-то новое веяние, настолько это что-то необычное, интересное, что я не знаю, я себя еле-еле сдерживала, чтобы не вскрыть вот эту штуку до съемки этого видео. Мне пришлось, наверное, чуть ли не неделю терпеть, так что все ради вас и для сохранения, опять же, нашего с вами обоюдного интереса. Значит, подписаться на Литбокс можно на их сайте. И мне очень интересно следить за развитием этой коробочки в дальнейшем, потому что наполнение, оно же всегда меняется, да, оно разное. Так, это вот такая, значит, коробочка Литбокс. Вот так вот она выглядит. И давайте же вскроем ее. Что у нас тут внутри? Та-да-да-тан. Вау! Смотрите, инструкция по распаковке Литбокса. Сними на фото или видео свой Литбокс. Расскажи об этом друзьям и нашему сообществу. Устройся поудобнее и наслаждайся чтением замечательной книги. Так, у меня идет какая-то листочка. И это... письмо. Вот так вот оно выглядит. Уважаемый читатель. И дальше указаны контакты. Кстати, контакты на Литбокс ищите в инфобоксе под видео. Я, честно говоря, в приятном шоке. Потому что если сейчас мы будем с вами распаковывать и достанем все то, что здесь заявлено, это крайне приятный бокс. Просто потрясающий. Так, для начала у меня здесь идут плакаты. Ну, один плакат, как я понимаю, да, он огромный. Вот такой вот плакат с Литбоксом, выполнен на не на бумаге, на чем-то, знаете, вот я бы сказала бы что-то наподобие ткани, но опять же, вот это какая-то бумага с закосом по ткани, вот я не знаю, это что-то вот другое. О, фонарь, кажется. Мне кажется, что это фонарик для чтения книг ночью. Давайте же посмотрим. Да, это, мне кажется, я себя немножко ослепила. Это фонарик для чтения книг ночью. Чудесно, просто чудесно, потому что мы с мужем читаем периодически какую-то литературу на ночь, и такая штука, блин, она вот прям вот то, что нужно. Это настолько неожиданная приятность, потому что я о Литбоксе знала прям совсем чуть-чуть, и я думала, что, ну, придет там книжечка, ну, может быть, не знаю, там, закладочка, да, но на этом все. Волшебный лес. Вот такой чай из кофейной кантаты. Хочу сказать, что у кофейной кантаты очень дорогие чаи и кофе. Я когда работала на роботах-пылесосах, у нас чисто напротив была кофейная кантата, прям вот по коридору, и я часто у них что-то дегустировала, поэтому я прям рада увидеть знакомый пакетик и знакомые названия. Черный чай, зеленый чай, кусочки яблока, бузина, листья малины, кусочки клубники, черной смородины. Попробуем. Давайте же понюхаем, я вам скажу вообще, как он пахнет. Зима, время чая. Что может быть лучше получить такую коробочку с какой-то вот вкусняшкой такой внутри, там чаечек, кофеечек и хорошей книгой. Ну вот счастье же просто. Чай очень ягодный, и прям очень хочется попробовать. Вкусно, пахнет очень вкусно. Вот, смотрите, что у меня есть. О, боже мой, это же Таблерон, или как он правильно называется? Шоколадочка с медом и орехами, может быть. О, та же самая фирма, кстати, что изготавливает Альпенгольд. Прям... Ребят, вы меня радуете, прям очень радуете. Я, кстати, никогда его не пробовала, и
Так что я просто, я в восторге. Магнитик. А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? О, блокнотик. Блокнотик, ребят, просто потрясающий. Здесь совы такие унылые, грустные, которые говорят, что я больше не могу, я больше не могу. Приходит другая сова, просто пинает его под зад, та летит и это говорит, можешь. Классно, очень мотивационно. И внутри простые листочки. То есть вас ничто не ограничивает. Классный блокнот, мне нравится, очень забавно. Такое чувство, что, кстати, книга маслом написанная, обложка именно. Книга о горьком и смешном мире людей, которые живут, не замечая времени. Ну, книжка, кстати, не очень толстая. Посмотрим, почитаем. Красивая закладочка в виде перышка. Вот так вот она сделана. Очень тонкое перо, очень как-то так изящно выглядит. Символично, здорово. Так, и листовочки. Не листовочки, а цитатки с картинками. Да, вот посылочка была от Литбокса. Я очень довольна вот этими всеми радостями, неожиданными вкусняхами, фонариком, в конце концов, чтобы читать наконец-таки полноценно ночью. Вот, вот это вот все. Вот я счастлива просто как слон, как ананас. Так что, если вам хочется чего-то новенького в своей жизни, если вы хотите, чтобы в вашей жизни присутствовала такая загадка, а что же в этом месяце я буду читать, то создать книжный уют вам поможет именно Литбокс. Так что все, вот все контакты внизу. Заходите, переходите, знакомьтесь, читайте, заказывайте себе эти коробочки, подписывайтесь на них, и все будет классно. Потому что вот у меня классно. Я довольна. До новых встреч. Пока.